Для чего нужны ссылки на социальные сети? Человек, который зайдет, сможет поделиться, либо же зайти на вашу страницу и познакомиться с вами, также списаться. В общем, просто продвижению вашему сайту это все способствует. Это всегда помогает людям увеличивать свое сообщество и увеличивать базу клиентов. Привет, друзья! В этом видео я вам расскажу, как создавать в Google сайте значок, иконки, кнопка, ссылки, ведущие на социальные сети для Google сайтов. В Google сайте как добавить кнопки, иконки, ссылки социальных сетей на Google сайт. Все просто. Есть уже новая функция добавления социальной сети. Заходите в настройки своего Google сайта, нажимаете вставка, и вот у вас социальные ссылки на социальные сети. Нажимаете и открываете сети и берете, копируете ссылку. Вы можете как просто ссылку вставить. И если у вас есть, допустим, другие каналы, вы можете свой, допустим, Facebook, Контакт, Twitter, что там у вас есть, вы можете свой аккаунт добавить. И теперь вставляете ссылки, и надо их настроить. Вы можете по одной, потом по очередности добавлять, изменять. Все это сейчас я покажу. И расскажу, что значит разные ссылки. Потому что вам надо понять, что такое простая ссылка, что такое ведущая на ваш аккаунт, и что такое просто поделиться, чтобы люди могли поделиться вашим сайтом. Давайте на примере Facebook сразу покажу. Вы можете вот просто вставить ссылку, допустим, в Facebook, скопировать. Вставить. Можете две сделать кнопки. Вот давайте добавим еще одну. Вот Facebook. Это простая. Теперь вы можете, есть у вас же, допустим, если вы занимаетесь YouTube или чем-то, у вас, допустим, есть группы. Вы можете добавить ссылку, ведущую на группу. Вот, допустим, добавляем свою группу. И сюда человек будет попадать в вашу группу. Я в данный момент страницу использую, но также вы можете группу. И нажимаем вставить. Теперь только надо настроить. Изначально вот тут такая она некрасивая. Но у вас здесь есть настройки. Первое, это вы можете что изменить? Это вот цвет серый. Нажимаете цвет, и они становятся вот такими. Далее она у вас двигается. Также вы можете скопировать еще одну рядом, чтобы не делать лишние движения. И вот я вам на примере показал две ссылки. Сейчас я вам покажу еще, что такое ссылка поделиться. И теперь вы просто настраиваете цвет. Выбираете серый, белый, черный и цвет. Самый красивый — это настоящие иконки, как они выглядят. Вы их увеличиваете, раздвигаете. Также настройка есть сплошная структура, нажимаете, вот видите, как меняется. Теперь есть без формы, круг, квадрат. Все это настраивайте по своему. И размер мелкий, средний, крупный. Далее также вы можете их двигать куда вам надо, перемещать. И теперь переходим к настройкам. Далее я покажу вам еще виды ссылки. Также вы теперь можете, вот здесь настроечка, вы ее можете удалить всегда. И вот плюсик нажимаете, вы можете загрузить и изменить иконку. Допустим, есть у вас на компьютере уже готовая иконка, или вы можете сделать ее, приготовить. И выбираете любую иконку. Давайте для примера YouTube. Также YouTube вы добавляете, это тоже соцсеть. И вот меняются иконки. В общем, вы абсолютно можете выбрать, скачать. Далее опять заходите на карандашик, нажимаете, открываете. Я просто показываю кису. И также вы можете выбрать то, что у вас на диске есть. Либо же тут выбор по URL, Google, фото и так далее. Мой диск, доступный мне. И также добавляете различные иконки, какие вы хотите. И все, вот добавилось, обновили. Также вы можете создать на компьютере свою иконку.
На компьютере, на телефоне вы можете создавать. Если не знаете как, напишите в комментариях, я создам видео. Теперь я вам хочу показать третью ссылку, которая вот так она делается. Это человек сможет зайти на ваш сайт, нажать и поделиться вашим сразу сайтом. Делается на это просто. Вот берется, допустим, facebook.com. Вы можете прописать ее, либо же где-то скопировать, например, блог, когда делишься. И вот после равно прописываете просто ваш сайт. И добавляем эту ссылку. Я вам покажу сейчас, в чем разница. Человек, когда по этой ссылке нажимает и переходит, получается, он сразу поделится вашим сайтом. Вот, сразу, ну как обычно поделиться. Вот эта ссылка ведет, и все, вы тут просто, как вы обычно делится. Давайте я вам покажу, откуда наберется эта ссылка. Открываете там блог или любое место, где есть место поделиться. Давайте вот, например, ну вот первое, Pinterest нажимаем. И вот здесь первая надпись идет. Ту-ту-ту-ту-ту. И вот ваша страница блога. Вы ее удаляете. Равно, до равно, оставляете равно. Сейчас я удалю, покажу. Вот, равно остается эту часть. И теперь берете, копируете и вставляете страницу вашего сайта. Ту страницу, которая вам надо. Вы же на каждой странице можете сделать. Вот, копируете сейчас, допустим, главную страницу. И вставляете сюда. Вот она. Теперь ее копируете, выделяете левой стороной мышкой и копируете. Правой мышкой нажимаете и копируете, когда выделили. И вот ссылка вот уже у нас готовая. Просто осталось вставить на сайт. Я вам показываю, как она. И вот она ведет и будет делиться вашим сайтом. Вот ваш сайт, это вот мой сайт. Нажимаете просто и добавляете, куда вам надо. Заходите. Все, сохранено. Заходите на свой сайт и добавляете эту ссылку. Допустим, нажимаете «Изменить», левой мышкой выделяете на карандашик. И вот где у нас, допустим, Pinterest, просто меняете, вставляете эту ссылку. Вот, вставить, все, обновить. И вам придется вот эта ссылка обновить. И только поменять, теперь останется иконку на ней добавить. Выбираете иконку, которую вы приготовили, значок, миниатюра. Ну, я любую просто для демонстрации. Просто для демонстрации покажу. Все. Вот, обновить. И вот это получается будет ваша кнопка на ссылку, ведущая на страницу, которую вы хотите поделиться вашего сайта. Нажимаем и сразу проверяем, работает или нет. Вот нажимайте, где я веду мышкой, открывается сайт, и сразу проверяйте кнопку. Если нет, то берете в другом месте. Вот эта кнопка, которую я только что сделал на Pinterest. И вот таким образом она будет вести. Сразу вашим сайтом поделятся. Так что вот, обратите внимание, как она пишется, и все. Добавляете после равно свой сайт. Помните, главное, что вы всегда можете изменить абсолютно любое изображение. Вставить, нажимаете на карандашик, и любое изображение меняете. YouTube, вот допустим, YouTube можете поменять, другую кнопку сделать. Сделать и загрузить. Вот я любое изображение берет, оно тут само все редактирует, так что и не надо париться. Вот YouTube я поменял кнопочку с пальчиком. Посмотрим, как она выглядит. Вот. Так что можете создавать как по одной, так и много. На этом подходит к концу. Друзья, кто не знает, что тут сейчас теперь вы можете создавать, кто не смотрел мое прошлое видео, новую тему также в гугле сайты.
Также, по-моему, добавилось пробелы, по-моему, раньше не было, или я не обратил внимания. И вот социальные, ссылка на социальные сети, то, что не хватало. Кнопка YouTube была, можно было, я раньше я делал из этих кнопок, которые ведет на соцсети, но теперь Google сайт позаботился, потому что многие просили эту функцию, вот она и создалась. Вот так это выглядит, но вы можете передвигать, я сделал вверху и внизу также. Вы можете передвигать их куда угодно. Вот так, вниз я опустил, то удалю и верхний. Спасибо Google сайту. Всем пока. Всем пока, хорошего дня. Теперь вы знаете, как изменять, удалять и пользоваться социальной ссылкой на социальные сети. И все.